Программа «Великая будовля» вертается. Эфир каждую апошнюю неделю месяца. На этот раз дымочная группа отправилась в Хойницкий район. Поглядеть, как керующая компания холдингу «Бут Инжиниринг Групп» выконывает мары мясовых жихаров о пригожих уласных домах. Корреспонденты познакомились с новоселами и побывали на будовнейших пляцовках. Потом зазернули у один из хойницких агрогородков. Там по инициативе вязковца провели газ и зараз будуют станцию обезжалезвания. И на приканце подарок уже здымочная группа наведала гомельскую шматповерховку, у якой еще можно поспеть набыть кватеру. Глядите великую будовлю у неделю 29 листопада у 19:45 на телеканале «Беларусь-4 Гомель».